Всем привет, ребята! И сегодня я для вас сниму ожидания против реальности. Школа. Я вам покажу то, что вы думаете, хотите этого, но на самом деле все другое. Так что, погнали! Ты думаешь, то, что ты придешь со школы и получишь очень хорошие оценки в дневнике, когда у тебя попросили взять дневник и положить его на стол. Но тут это было. Так, какие же на этом оценки? Да, хотелось бы посмотреть. Ну ладно, сейчас даже посмотрим. Так, где мы тут этот дневник? Где? Не тут. Ага, вот же он. А вот мой дневничок. Так, где же мои оценки? Так, так, так. Посмотрим-ка мы. Что? Простите, двойка? Ожидание. Ты очень-очень на это надежен. И прям у тебя в сердце это запомнилось, что ты сейчас придешь и получишь пятерку. Ура! Что ж я так получила-то? Где мой дневник? Вот он. Так, так. Две пятерки! Ура! 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 Ты приходишь в школу и делаешь домашнее задание. Вот тебе и ожидание. Так, что мне там осталось сделать? А, да это легко. Переписать. Хорошо. Вот так открывается тряпочка. Ручка. Ага, вот ручка. Нет, карандаш. Ладно, пока что сделаю карандашом, чтобы потом маму увидеть. Так, 2 плюс 2 равно 3. Ой, да, равно 4. 32 минус 2. Равно 30. Ура! Все, ура, я сделала! Ой, что-то сломала. А вот тебе и реальность, когда ты пришел и делаешь домашку. Так, нам задали второе упражнение. Да, спешу сейчас. Так. И прогу, что... Фу, не буду я это делать. Сборка портфеля. Ожидание. Ты ожидаешь того, что ты хочешь. Придешь со школы, сделаешь уроки. И тут тебе нужно собрать портфель. Как ты этого всего хочешь добиться? Так, портфель. Так, что у нас там по расписанию? Ага, математика завтра. Понятно. Похоже, математичку. Моя любимая. Надо тебя беречь, чтобы ты там не помялась в портфеле. Вместе с этим засранным двумя. Простите. А это ты не ожидал. Вот тебе и реально. Так, портфель собирать. Нервы бесит просто, просто. Что у нас? Математика. Гмнись, ты помнись. Чтоб тебя не было, не было. Когда тебя вызывают к доске, ты очень хочешь подойти к ней и ответить, чтобы тебе поставили хорошую отметку. Но тут-то был. Все такие дети. Так, перемена закончилась. Пишем. Так, детки, здравствуйте. Записываем 13 октября. Классная работа. 13 октября, классно. Так, Полина к доске. Хорошо, можно? Да, можно. Так, давай пиши. Мелка у нас нету, блин. А, нет, вот есть. Давай, пиши. Так, значит, задачка номер 32. Сейчас найду. Так, 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 32, 32. А здесь только 23. Ну хорошо, давай 23. Так. Ага, так.
Угу. А что еще надо? Все, молодец, пятерка. Ой, спасибо. Ура, 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 ура. А вот и реальность. Тут-то бы. А перемен закончилась. Блин, еще бы переменочки. Ну ладно. Так, записываем. Так, Полин, к доске бегом. Я? Ну вот. Так, номер 5. Давай. Вот номер 5. Ну давай, говори нам его. У меня карандаш упал. Можно его поднять? Нету доски. Ладно. Так. Все, я записала. Присаживайся. Какая у меня оценка? 2. Ничего себе! Я такого от себя не ожидала. Ну что, ребята, вам понравилось мое видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, всем пока! А если вы хотите еще такие видео, то подпишитесь и поставьте под этим видео комментарий. Всем пока-пока!